Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешачок на английском сервере. Пробуем пройти дальше древние испытания. У меня герои после обзорчика, честно говоря, разобраны. И сейчас мы попробуем собрать вот такую вот, не знаю, удачную, неудачную, наверное, скорее всего, неудачную команду. Конечно, это была шутка, такими героями проходить. Ну, поехали, попробуем ради интереса, просто трешанем. Так, не понял. А, видите, у меня ресурсы. Вот так вот, дожились называется. А, из-за того, что у меня полно ресурсов, меня не пускают в локацию. Ну, просто огонь. Мне это нравится. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Надеюсь, сейчас затащим. С кого танковать, я даже не знаю. Давайте с Дрейка. Получим люлей. Так, Анубиса у меня нету, Тритона у меня нету. В общем, как видите, вот такой вот у нас получился почти-почти проход. Ну ничего, неплохо. Все равно, как видите, немножко прошли. Ронин там выдает. Прям шатает их. Жесткий Роня. Сейчас он тут со стрелком все зарешает, однозначно. Ну, посмотрите, неплохо получается. Ну, все, сейчас его сольют. Хотя, если смотритель даст подхил, что сейчас у нас случилось, сейчас опять он, у него подхила практически нет, но неплохо смотрится, мне нравится. Да, к сожалению, слили. Но попытка была неплохая. Так, хорошо. Потрешивали мы немножко, смотрим. Давайте вот такую стандартную пачку. Мы даже красные. То есть это фракция, которая нагибается. Я вот таким вот составом вам показывал. Я проходил предыдущие зеленые. И сейчас попробую тут пройти. Как видите, герои... Только Анубис там, по-моему, слился один раз сейчас. Ну, в принципе, неплохой состав. Конечно, он антисостав к этому. Соответственно, меня эти герои просто будут сейчас шатать. Но получилось довольно-таки неплохо. Так. Ну, пробуем еще разок. Что делать? Стартуем с Анубиса. Анубис, как обычно, получил первый раз люлей. Так, смотрим дальше. Разгончик у нас есть. Ара блокирует. Отлично. Шапка дает люлей всем. Возможно, нужно взять сюда, попробовать еще седну. Так, хранителя мы слили. Сейчас, если тыковка, которой нет, к сожалению. Так. Ну, остался у нас вольт. Сейчас у вольта, если... Все, вроде затащили. Даже антисоставом. А на героях, напоминаю, на многих героях нет, ну не на многих, на практически там всех нету рун. Я руны поснимал. Нету питомцев, то есть мы вот так вот трешуем. Есть только на тех, кто стоит там на таблетках на битве гильдий. Вот нравится мне Анубиса слили, вот этот новый смертушка, новый питомец, конечно, офигенно смотрится. Так, ну посливали нас тут. Давайте сюда попробуем. Знаете, кого поставим? Ару, в принципе, я не знаю, нету смысла брать. Поставим. Давайте поставим мохнатку. Ну, зеленых у меня только тритон здесь может нормально раздавать.
Дерево, конечно, не раздает. В чем плюс Тритона, я вам уже говорил. Он режет отхил вражеских героев. Это мне на руку, скажем так. Так, ну тут печально, я смотрю, все. Тут надо брать уже имба героев, брать отхилы. То что-то мы тут задержались. Так, Удира выбираем. Ставим. Кстати, можно Франки попробовать. Тыковка. Заклинательница. Ну, поехали. Убрал, называется. Поменял, поставил, блин. Фигню полную. Ну, да ладно. Нужно еще, наверное, и Купидона сюда взять. Ну, вроде... Вроде как и заходит, но не знаю. Франки неплохо держится. Конечно, мне бы сейчас рез и тыковку резнуть. Но, как видите, дерево не сильно успевает это сделать. Я получаю кучу люлей. Так, отлично, забежали дальше. Возможно, нужно немножко поставить разбросика сюда. Поставить сюда повелителя бури. Или просто поставить сюда Минотавра и шатать их всех. Сейчас мы попробуем такой вариант. Это как раз для Минотавра. Этот движ создан. Он сейчас пару раз хлопнет. И наземных по всех посливаем. Вот видите, что делается. Вот насколько Минотаврам именно на этой локации проще проходить. Потому что он дамажит всех наземных. И довольно-таки, я вам скажу, неплохо он дамажит их. Так, у нас что, слили Анубиса? Нифига себе. Вот это вы дерзкие ребята. Ну, вот так вот. Давайте тащите, добивайте уже последних. Хотя некому, в принципе, и добивать. Посмотрите, что делается. Зависли мы на хранителя. Ну, в принципе, должны дотащить. Я надеюсь. Ай-яй-яй-яй, посмотрите, что делается. Ну, мохнатка, на тебя вся надежда. Ох-ху-ху, вот нифига себе. Видели, да? Вот вам и хранители, ребят. Поехали, начнем. Тогда, значит, отсюда сразу. Сразу будем сливаться на хранителях. Ну, в принципе, можно было изначально просто на них разогнаться. Взять сюда огнекрыло того же самого. Ну, мы сделаем это таким вот образом. Махатма не дает им заряжаться полностью. Соответственно, видите, как налегке мы, в принципе, это все проскочили. То есть, ничего сложного нет. Так, следующее. Вот, в принципе, то же самое. Где-то плюс-минус. Опять же, есть хранитель. Стараемся его дотащить. Так, ну, конечно, мы его Бигфута поимели, но сейчас попробуем опять то же самое сделать, если получится. Нет, хранитель включился, к сожалению. Тут, возможно, лучше взять Фрейя Огнекрыла. В принципе, опять же, Огник у нас зеленый. Это для него локация. Он себе может зависнуть спокойно и тащить. Давайте возьмем Огника сюда. Так, Минотавра уберем. Ставим Нубокрыла. Даже так сделаем. Уберем Заклинательницу. Нубокрыла поставим. Ворожай у нас есть. Поехали. Выпускаем Нубокрыла. Вот это его парафия. Вот это он сейчас будет их тупо гнобить. Когда, конечно, если включится. Тут тоже свой вариант. Ну вот видите, что делается. Все. Практически. Собрали фракцию. Точнее, у нас даже нету смотрителя сейчас. Я вот только до меня дошло. Я без смотрителя прохожу. Ну, в принципе, это было не проблема. Так. Какая вот у нас фракция? Так, что тут у нас? Ну, вот это тоже фракция, в принципе... Несложная. Есть черепок. Можно даже тут вот на черепе попробовать.
Так, что-то у нас... Тут, по-моему, против них надо светлых уже собирать. То есть, соответственно, со светлых повелителя бури можно брать там Фрейю, которая будет дамажить по всей карте, потому что тут есть черепа. В принципе, черепа тоже не проблема, Огнекрыл должен снимать с них бафы. Главное, чтобы они не наагрились на там мелких. В принципе, как видите, без проблем. По чуть-чуть, уверенно проходим это все дело. Ну, всегда бывают нюансы. Как это может быть сейчас? Ну, дерево спасло. Урона, как видите, тут уже облако урона наносит не так много, как в предыдущей локации. Все, 25-е прошли, 26-е. Так, ну тут лучше всего брать сюда, вспоминаю это с Некросом, Атлантика. Мы попробуем так вот. Тут Анубисы очень больно бьют, я вам скажу. Не то слово больно, а вообще жестко. Можно их пробовать блокировать арой, можно пробовать разгоняться. То есть вариантов очень много, но лучше всего это, конечно же, взять сюда просто Атлантика. С ним поурудовать, посливать, потом уже добраться до остальных. Ну, бабулька с огнекрылом, я думаю, тут ничего вдвоем не сделают. Хотя, конечно, при большом везении нет ничего возможного. Ну, огник, как видите, без бафа много не набирает. Хотя бы смотритель еще был, тогда, я понимаю, могли бы затащить. Но тут, конечно, сложновато будет. Тут еще и черепа есть, если бабуля побежит вперед. Вот бабулю слили. Ну, в принципе, можно. В принципе, все, я вам уже дальше покажу. Это мы остановились на 26-й. Я уже буду дальше собирать интересные составы. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, постики, конкурсы, все дела. Всем удачи, всем пока.